Zombie apocalypse. Всем привет, ребята! Вы на канале Denplay, и сегодня мы с вами устраиваем покупанинг на мои деньги в FIFA Mobile, на монеты. У меня новый аккаунт, ребята, так что вот он, рейтинг моего аккаунта нового. Мариано, Гарс Мартинс, Алисон Беккер. Все очень классно. Да, чуть приболел, ребята. Заходим в магазин и начинаем открывать наборчики. За 35 тысяч монет я, ребята, хочу сегодня вам доказать, что в этих наборах выпадают хорошие игроки. Вы сейчас видите фотографию, там, где мне выпал... Даниэль Субашич, да. Он мне выпал, я не какой-то скрин из Ютуба сделал. Я реально... Мне он вчера выпал. Вот даже он у меня есть, ребята. Вот он мой, Даниэль Субашич, вот он. Это никакой не обман. Реально там выпадают игроки хорошие. Я надеюсь, вам выпадали, да. Вы видели скрин, что Субашич мне выпал. И, ну, я хочу это доказать. Я хочу это доказать сегодня. Этими наборами, этими большими деньгами, что здесь выпадают хорошие игроки. Что и стоит их открывать. Ну, не зря здесь написано, что редко. А хотя тут здесь вообще ничего не написано. Я FIFA Points собираю на новый сезон, а вот монеты мне не нужны пока месть. Первый наборчик, поехали. Короче, здесь фигня и... Да, я даже не буду их называть, я не знаю, как они даже футболистов зовут, я не знаю. Они неизвестные. Так, давай, и все сразу. 77! Вау, 77-й рейтинг, это вообще уже... И EA Sports нам дали такую хорошую награду. Так, набор игроков. Кураси, давай, давай, 70, Вильямс. Винни, Вильямс, да? Окей, мне не жалко монет. Я открываю и долго что-то грузится как-то. Семьдесят два. Понятно. Кстати, ребята, вы когда-то видели вот такие вот карточки бронзовые? Я, если честно, вижу их впервые. Я никогда не видел такие карточки. Чтобы игроки были не от первого лица там. Ну, не с лицом, а там и с телами совсем. Так, ладно. Пока мест нам не везет совсем, ребята. Вот два наборчика сразу сейчас открываем, да? Давай. 70 игрок. Давай, набор, быстрее. 74. Отличнейший результат. Вот, сразу три набора или четыре открыл, не знаю. Если много раз нажимать на эту цель, на покупить, ну, на купить, обратно уже второй игрок выпадает, этот же вратарь. 72. Но я надеюсь, сегодня выпадет какой-то элитный игрок. Вы что, серьезно? Если не выпадет, то это вообще будет провалище. Покупаем еще. Что же делать? Давай, загружайся, игра. 70 игрок. Да ну, ну вы что, реально гоните? Так, давайте... Не будете так со мной. Давайте, выпадет пускай мне игрок элитный. И я на этом остановлюсь. И докажу вам, что выпадают игроки. Блин, мы уже слили с вами 500, ну да, уже 600 тысяч. Просто мы с вами слили. Так, что-то долго грузятся вот эти наборчики. Ребята, вот, вот, Ромеро Лукаку. Вы это видите. И это. Это.
Сегодняшний. Скриншотик, да. Классно? Ведь классно, да, я так тоже люблю. Ну, у меня еще один наборчик там есть. Классно, я вам соглашаюсь. Я с вами соглашаюсь, мне повезло. И уже два игрока мне выпадает. С этих наборов Даниэль Субашич и Ромеро Лукаку. Я в шоке. Я в шоке. Я в шоке. Ну, вы сами все видели, ребята, что тут выпадают хорошие игроки. Это никакая не вставочка с Ютуба видео. Это реально. И вот он, Ромелу Лукаку, Даниэль Субашич. Вот этот вот чувак. А что они у меня... Вот. Ромелу Лукаку, а сколько ты стоишь на рыночке, а? И Даниэль Субашич. Сколько вы стоите, пацаны? Давайте посмотрим. Если они стоят меньше 500 тысяч, то... Я имею в виду Лукаку, если он будет стоить меньше, там, чем... Ну, короче, сейчас посмотрим, давайте. Может, он вообще какой-то редкий Даниэль Субашич, то есть Ромео Лукаку, откуда вот так? Да дайте. Позицию нападающего ставим, и цена давайте в куб поставим. Давайте 500 тысяч пока есть. Наверное, ничего нету, мне кажется. Если ничего нету... Ой, извиняюсь. То это хорошо будет. Да. А до ляма есть кто-то? До ляма. Если выше ляма он стоит, то я вообще в шоке буду. То мы с вами заработали денег на этом паке. Понимаете? Ну да. Вау. Ой, да. Кстати... Офигеть, 900, 950 тысяч, 940 тысяч, так. Ничего себе, мне это нравится, ребята. Давай, 940 тысяч. Класс, класс, класс. И, да, 983. Ну, мне это понравилось, ребята. Не знаю, как вам, но мне это нравится. Так, ладно. Даниэль Субашич у нас сколько стоит? Где-то, мне кажется, 1400, вот так. Но если он так и стоит, то я буду рад. А, что мне надо еще? Попе, попе. Ну, знаете, Петр Чех стоит 700 тысяч. Это, в принципе, немало. Каспер Шмахер стоит 500. Не, я просто смотрю на игроков 83 рейтинга вратарей. То 500 тысяч где-то так должен стоить. Вот, Даниэль Субашич стоит 500 тысяч. А ну, давайте сейчас посмотрим. Ценушку поставим до 500 тысяч, это... И команда... Сейчас, да, вот, ой. Вот. Даниэль Субашич один. Один единый, который... Ну, мне, наверное, за 420 тысяч продавать будем. Что я так говорю странно? Так, 420 тысяч... Ну, поставим 490 тысяч. Ой. Ну, все. Теперь ожидаем, ребята, когда кто-то купит. И мы на этих наборах заработали денег. Вы это представляете? Мы на этих наборах заработали денег. Мы заработаем сейчас. Если продастся, ну, я округляю там 900 плюс 400, ну, лям 300. Мы с вами заработали. Лям 300. А потратили мы с вами 600 тысяч. Это мне нравится. Почаще бы такого. Ай-яй-яй бы. Было классно бы. О, давайте, кстати, еще поиграем вот эти вот герои. Потому что я не играл. Не знаю почему. Я только в межсезонье играю. Потому что еще обновление не вышло, да.
Потому что на новый сезон нужно поработать, чтобы были хорошие создавчики у нас на новый сезон. Давайте сыграем, ну с кем? С Ювентусом? Да. Давай с Ювентусом. Погнали. Давайте испытаем наших игроков. Покажу вам, как они играют. Марианно. Давай, Марианно, обходим. Давай, вот, Гельсон Мартинес, давай. Ну, подачу я не буду делать. А вон, давай, Марианно подключим. А Марианно, давай, пробьем сейчас издалека. Ай-яй-яй, Гельсон Мартинес, какой ударчик был. Но было, конечно, хорошо, но не попал в ворота. Ой, да, атака на наши ворота. Отбиваем мы и давай. Давай, отбираем Диего Коста, не даем Игуаину, так. Все, давай, атаку. Атаку, давай, дадим атаку. И вон Мклири, а как, Мклири, или как его зовут, я не знаю, как его зовут. Мклири, короче, какой-то пацан хороший, вот так вот. Давай обратно на МС Клири, да, как-то его так называть будем. Макдональдс, да. И подачу на Марианно. И Марианно, Буффон, ты что делаешь? Буффон, ты что вообще там творишь? Так, Милинко еще отбираем. Так, нужно забить, пацаны. Я понимаю, что вы расслабились уже. Но нужно забить. Опа, уходим. И Милинкович, Савич. Ничего себе. Ударчик был, да? Вон туда пасуем. Тут открытый у нас стоит Мклири. И давай он туда. Ай-яй-яй. Думал сдалека пробить. Что-то не удалось нам пробить. Так, о, хороший перехватик. И Мклири, да, проходим. Банега, ой, кто там Банега? Так, как его зовут-то? Бенарфа, это вообще другой. Бенетти. Ну, защитник, в общем-то, с Ювентуса. Не Банега, да Банега это вообще, Банатия, или как его зовут, я не знаю. И Бенетия. Ну точно не Банега, точно не Бенарфа. Да это я вообще знаю, что Бенарфа это игрок ПСЖ, а Банега это игрок Севильи. Гол 2-0. Все. Марлон Сантос. Это вообще центральный защитник. Забивает гол. Марианно, давай. Игрок Реала. Марианно. О, продался игрок. Какой продался? Мне интересно, кстати. О, Стурейро, или как там тебя? Да я не знаю, ребята, если честно, всех так. Короче, кто продался? Субашич. Блин, жаль, что никто не хочет покупать Лукаку. Ну это пока есть еще время, мне кажется. Сейчас купят. Ну уже 2 ляма у нас есть. Нормально. Хорош. Так, мне бы вот этого потренировать. Марлона Сантоса. Нужно денежки. А сколько мне там не хватает? А, ну 30 там. Ну короче, еще надо много, чтоб его натренировать, так. Вот так. Давайте, наверное, на этом закончим, ребята. Обязательно поставьте лайк, если вы еще хотите FIFA Mobile, хотите еще наборчиков по копенингов, наборы игроков вот этих вот. Давайте еще откроем один наборчик. И здесь нам выпадает... Да. Короче, ребята, все. Всем удачи и всем пока. Хорошего вам настроения.